У мафии бывают планы, у полицейских бывают планы, у Гордона бывают планы. Они хитрецы. Хитрецы всегда пытаются контролировать свои маленькие мирки. Я не хитрец. Я пытаюсь показать хитрецам, насколько жалки попытки контролировать что бы то ни было. Хитрецы сделали с тобой это. Ты сам был хитрецом, у тебя были планы. Ну и посмотри в итоге, что со мной. Я просто сделал то, что у меня лучше всего получается. Я взял этот план и перевернул его. Знаешь, что я заметил? Никто не паникует, когда все идет по плану. Даже если план чудовищен. Если завтра скажу прессе, что будут стрелять насильников, или взорвут грузовик с солдатами, никто не будет паниковать, потому что это все часть плана. Но когда я говорю, что умрет один несчастный мэр, ну все как будто с ума сходят. Ввести немножко анархии в план. Нарушить установленный порядок, и тогда все становится хаосом. Я орудие хаоса. А, ты знаешь про хаос, да? Он справедлив. Ты будешь жить, а так ты умрешь. Ну вот это другое дело уже.